И в развитии темы. В Чувашии установили пункт весового и габаритного контроля. Он находится на автомобильной трассе Сура в районе населенного пункта Низкосы Маргаушского района. Это тоже часть национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это уже второй такой пункт в республике. Первый работает на дороге Чебоксары-Сурская в Алаторском районе. Особенность автоматических пунктов весогабаритного контроля в том, что оборудование способно автоматически взвешивать автомобиль, определяя общую массу транспортного средства, нагрузку на каждую ось и расстояние между осями, и определять габариты автомобиля без его остановки. Электронное информационное табло информирует водителей о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортными средствами. Система сама передает полученные данные в центр фиксации административных правонарушений. Такие пункты помогают сохранить дороги от разрушений большегрузами. Предельная нагрузка составляет от 6 до 10 тонн на ось. Первые три месяца пункт будет работать в тестовом режиме. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике до 2024 года появится еще 6 таких пунктов. Юлия Важенина, Вадим Владимиров, Республика.